Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 26 февраля 2023 года. Мы с вами с самого утра у Черного моря. Вот трасса здоровья пустая, очень мало людей ходит утром. Да, сегодня такая погодка, немножко пасмурная. Но погодка хорошая. Я почему-то тоже думал, что будет холодно, неприятно. Такая тепленькая, знаете, ветра особо нет. Даже вчера ветра было больше, чем сегодня. Но волны на море сильные. В основном, если кто-то гуляет, то только с собаками и бегуны. Те, которые бегают. Так практически людей нет. Вот такие вот дела. Красота. Морской такой воздух. Чистый. Красивый вид. Шикарно. Смотрите, какие волны классные.